В Карелии личный состав Росгвардии присоединился к всероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Международному дню книгодарения. 14 февраля во многих странах мира люди дарят книги друг другу, школам, библиотекам, тем самым поддерживая традицию чтения. Участие в подобных мероприятиях стало хорошей традицией для сотрудников и военнослужащих территориального управления. Многие заранее готовятся и собирают книги, которые могут еще долгие годы служить читателям. Росгвардейцы пополнили библиотечный фонд региона. Каждая книга обязательно найдет своего читателя.